Меня зовут Олег. Я прошел курс по гипнозу, первую часть. Вот. Что хотел сказать? Ну, хотел сказать, что очень такая доброжелательная, позитивная атмосфера на тренинге. И во многом, я думаю, это показатель вообще в целом Томска и томских тренеров, потому что был опыт, ну, подобный семинар в других городах, не всегда эта атмосфера есть. Вот. Очень, как бы, тренер дает очень подробно все, очень понятно. И на самом деле, ну, само вот это обучение гипнозу, да, оно как бы стрессовое, и как бы всегда кажется, что ты можешь не понять, что у тебя может что-то не получиться. Но вот здесь, на этом тренинге, такого ощущения не возникает. В принципе, достаточно понятно и достаточно уверенно себя чувствуешь. И в плане знания материала, и в плане атмосферы. Вот поэтому чувствуется, что, ну, скажем, знания даются на этом тренинге. Вот. А из таких моментов в плане пожеланий организаторам, это в плане, может быть, опять же, мне, как человеку, привыкшему больше комфорта, мне хочется более мягких там кресел, да, более большого помещения. Вот. Но в целом это тренинг не испортило, и уже на втором дне стало понятно, что это не так, в принципе, важно. Хотя, если это есть возможность на будущее исправить, то буду очень признателен. Спасибо большое.